Аэропорт очень огромный. Наконец-то я добралась до своего терминала. Прошла не знаю сколько километров. Жесткий контроль. Перешерстили все, даже все помады. Каждую помаду открыли. Не знаю зачем, что в помаде может быть. Ну да ладно, может так и надо. Для безопасности. Наконец-то двигаюсь к своему месту. Очень большой терминал, много магазинов, кафешек. Ну, в общем-то, легко ориентироваться для меня. Я не знаю английского и не знаю немецкого. Но персонал достаточно компетентен. Многие знают испанский, так что вообще без проблем. Кто знает испанский, с ним можно. Я переживала, как бы все на английском или на немецком. Ну, очень легко подходите, спрашивайте испаньоль, и пусть там не совсем совершенно, но все понятно. Так что пока все хорошо. Полет прошел очень хорошо. Двигаемся дальше. Электропоезд внутри аэропорта Франкфурт. Сейчас поеду на первый терминал. Откуда отправлюсь в Москву? Terminal 1, Bereich B. Bitte festhalten. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Approaching Terminal 1, Concourse B.